Исполняющий обязанности главы города-курорта Василий Швец и руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов провели совещание по вопросу реализации проекта по созданию на территории муниципалитета индустриального парка «Анапа». На объекте предполагается производить вело- и мототехнику, оборудование, текстиль и мебель для оснащения учреждений санаторно-курортного комплекса и предприятий. Подробности далее в сюжете. «Анапа не ассоциировалась и не ассоциируется, и, откровенно говоря, дай бог, и не будет ассоциироваться у жителей всей страны, как, кроме как курортная здравница и место для отдыха. Тем не менее, промышленность, которая создается исключительно для санаторно-курортной отрасли, для винодельческой, для сельхозпромышленности и так далее, это очень важное направление. И здесь я знаю, что есть уже земельный участок один, есть потенциальный инвестор, который хотел бы здесь создать такой, что называется, экологически чистый, правильный, курортный промышленный кластер». С 2017 года по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на территории края создаются площадки, на которых реализуются масштабные промышленные проекты. Это привлекает в регион крупных инвесторов и обеспечивает серьезное пополнение бюджета. В Анапе на объекте предполагается производить вело- и мототехнику, оборудование, текстиль и мебель для оснащения учреждений санаторно-курортного комплекса и предприятий общепита. Иван Куликов отметил важность проекта для реализации туристической отрасли края. Сегодня в санаторно-курортном комплексе есть спрос на товары и продукцию для индустрии гостеприимства. В настоящее время проект индустриального парка «Анапа» находится на ранней стадии разработки. Участники совещания обсудили стратегический вопрос его подключения к сетям инфраструктуры с представителями ресурсоснабжающих предприятий. Также они проговорили, как прокладка коммуникаций к объекту может помочь в улучшении инфраструктуры сельских населенных пунктов муниципалитета. Стоит отметить, поскольку «Анапа» – курортная территория, упор в индустриальном парке будет сделан на максимально безопасное экологическое производство, которое не несет вреда окружающей среде. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.